Всем привет! Я извиняюсь, что прерываю сериал, но все остальные видео будут именно шлейк-сериал «Неудача новенькой» третий сезон. Дело в том, что сегодня такой замечательный праздник, как 14 февраля, плюс в этот день у меня день рождения. Я хочу снять влог, как я хожу по канцелярскому магазину и выбираю кучу всякой мне нужной канцелярии. А в конце будет маленький обзорчик. Ни в коем случае я не требую никаких поздравлений для себя. Наоборот, хочу поздравить вас, чтобы вы поздравили своих близких и друзей. Особенно свою вторую половинку, если она у вас есть. Ну что ж, поскакали? Сначала мы пришли в канцелярский магазин. Вот он, рай канцелярии. Я посмотрела на вот такие маркеры, и в них мне очень понравились вот такие морковочки. Стразики. Наклеечки в виде животных. Корректоры рулетки. Фруктики всякие. А это органайзер для канцелярии, распаковку которого вы можете посмотреть в моем инстаграме, ссылка в описании. Также я взяла краски и альбом. Много всяких стикеров. Я их очень давно хотела. Кисточки. Смотрите, какие прикольные копилки. Теперь мы приехали за тортиком. Ну что ж, а теперь распаковка. Для начала я хотела бы рассказать про вот этот органайзер. Его в YouTube я снимать не буду. Его распаковку и как я его буду заполнять, я выложу в Instagram. Так что ссылочка в описании. А мы приступим к распаковке вот такой большой сумочки. Сейчас мы распакуем и проверим вот такие маркеры-морковочки. Пишут эти маркеры нежно, как раз то, что я давно хотела. Вот все цвета. Дальше идет корректор рулетка. Я думаю, вы слышали про такие. Я выбрала с ананасиками. Сейчас я открываю. Вот так он выглядит. Также на носе корректора есть вот такая крышечка. Тестируем. И прекрасно. Дальше идут наклейки с кошечками, собачками и всякими животными. Открываем. В итоге их оказалось больше, чем я думала. Дальше мы купили обычный альбом для рисования. И кисточки для него же. Краски. Дальше идут тетрадки с перышками. Со значком Wi-Fi. С собачкой. Вот с такими узорами. С такси. И с листиками. Дальше куча всяких стикеров, стразики разных цветов, они очень красиво переливаются на солнце. Со зверушками стикеры, обычные разных цветов и со смайликами. Ну что ж, на этом было все. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, ставьте лайки, я думаю, вы знаете, что делать. Еще раз вас поздравляю с этим замечательным праздником, всем пока!